Привет всем, ребята. У меня с утра ЧП. Жена пришла, говорит, весь курятник в перьях, курица вся разорвана. Вот. Ну, я подхожу, посмотрел, вот, не понял, что это было. Позвонил специалисту. Специалист сказал, по всем симптомам все описал, говорит, это хорек. Ребят, сейчас начну охоту я на хорька. Вот эту курицу, у него вон гребешок весь в крови, глаз аж закрывается, видно, потрепали конкретно. Видно, вот я как понял, первую ее начали, но она старая у меня курица, дала отпор, видно, но взяли там молодую. Он глаз закрывает и все. Повредил мне этот хорек курицу. А две молодых более-менее там на выходе стоят. Ничего вроде бы такого не наблюдаю. Выпилил я ящик, ребят, вот пластиковый. Хотел с одной стороны, оказывается, блин, нет, чуть-чуть неправильно, но пришлось большую дырку сделать. Ладно, ничего страшного. Вот капканчик. Сейчас я крышу подниму и буду устанавливать. Не знаю, ребят, посмотрел в итоге в интернете, как бы на хорька, на куницу не похоже. Не знаю, что за зверь такой был, но сейчас будем ловить. Хочу вот в итоге этой дыркой, вот у меня вход в курятник, сделать как-то вот так. Сейчас привяжу вот к этому гвоздику капкан. Ну, в итоге получится вот так вот. Сейчас дырку заколочу, чтобы доступа другого не было никакого сюда. Все, и теперь в ночь поставлю капкан, ребят. Все сниму, все покажу. Пришел вечер, и я сделал свой коварный план. В итоге он там ящик стоит. Сверху канистру я 20-литровую половину налил воды, чтобы, если что, не перевернул. И капкан вот он. Вот так вот встречает его моя ловушечка. Ну, теперь до утра. Пришло утро следующего дня. Капкан не сработал, ловушка не сработала. Но будем ждать следующей ночи. Вот так выглядит изнутри. Вот у меня есть куры ходят. Сейчас убираем, чтобы можно было идти гулять. Все, гуляйте, девчонки, можете гулять. Прошла неделя, ничего я не поймал. Этот зверь какой-то очень осторожный. Вот я что сделал, по периметру металл вкопал. Вот так по кругу. Вроде как закрыл, посмотрел, щелей вроде бы не видно. Посмотрим, что будет. Что-то я замучился на него охотиться. Постоянно капканы ставить. В итоге решил уже не закрывать, как обычно, дверцу в ночь, оставить так. Зверек оказался очень осторожный, в капкан не полез. Я вкопал, видели сами, металл прошел месяц, никаких эксцессов больше нет, металл вкопанный, кстати, очень сильно помог. Ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки, кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал, всем пока!